Основные акценты этого дня и минувших выходных расставят журналисты Котласского объединения телевещания. С вами Александр Узавин. Здравствуйте. Но вначале о теме, за которой следим все. Ледоход. В минувшее воскресенье он пришел на территорию Архангельской области, преодолев за сутки 90 километров. Сегодня к полудню голова ледохода находилась в районе Пермогория. Это в 20 километрах от Красноборска ниже по течению. Уровни воды на юге региона растут умеренно. Сейчас показатели вдвое ниже критических отметок. По данным водомерного поста Котлас, уровень воды в Северной Двине 292 сантиметра, в Телегово 276. На Вычеге по посту Федякова уровень достиг отметки 168 сантиметров, в Сальвычегодске 1 метр 20 сантиметров. Здесь вода за сутки поднялась на 38 сантиметров. Хвост ледохода находится в районе Бобровникова, это в 55 километрах выше Котласа. Похолодание должно замедлить на реках весенние процессы, а потому в ближайшее время специалисты не прогнозируют резких подъемов уровней воды. Но у природы свои законы. Накануне первые подвижки льда были зафиксированы в Чернигах. Напомним, в Архангельской области ледоход сопровождает группа регионального центра гражданской защиты. Спасатели Арктического комплексного центра МЧС России находятся в Вологодской области. На реке Юг сегодня еще сохраняется ледостав. Отметим, что по прогнозам Севгидромета повторения прошлогоднего сценария с подтоплениями не будет. Однако все населенные пункты, находящиеся в зоне риска, их около 12, готовы к непредвиденному развитию ситуации. На местах создан запас продуктов, лекарств, предметов первой необходимости. В их числе и 46-й лесозавод. Для обеспечения безопасности населения во вторник, 18 апреля, с 17 до 18 часов, в библиотеке микрорайона состоится встреча руководства администрации Котласа и членов оперативного штаба с жителями. Приглашаются все желающие. Жаркими выдались минувшие выходные для некоторых жителей Архангельской области. Спасательные части ликвидировали возгорание в Каргополе, Архангельске и Котласе. Последствия пожаров в нашем городе оценил Александр Фомин. Первое возгорание произошло накануне днем на улице Салтыкова-Щедрина 2. Полыхала общественная баня. Пожарно-спасательная бригада оперативно ликвидировала пламя. Однако спасти здание не удалось. По словам работников, распространение огня началось из сауны. Она находится в том же корпусе. В результате пожара парная 5 на 5 обуглена по всей площади, обрушен потолок. Кровля здания изнутри обуглена по всей площади. Причина пожара устанавливается. Дважды пришлось вызывать огнеборцев на 46-й лесозавод. Первый звонок в диспетчерскую службу поступил накануне в 23:30. Звонивший сообщил о возгорании на втором этаже деревянного дома по улице Песчаная, 19. Но по прибытии пожарных выяснилось, жители дома ликвидировали очаг самостоятельно. А вот второй вызов оказался куда более опасным. Где-то во втором часу ночи уже стучатся в дверь, причем с соседнего дома, что самое интересное, вот, не узнал девушку. Вот, типа пожар, выбежал, в чем мать родила, грубо говоря. Вот. Потом уже это самое стало доходить до меня, подумал, надо хоть что-то накинуть там и так далее, ведра какие-то и так далее. Стали вот пожар тушить. Однако в этом противостоянии огонь все же взял верх. Он быстро перекинулся на внешнюю часть здания. Прибывшая на место пожарно-спасательная часть передала сообщение о повышенном ранге возгорания. В итоге для локализации и ликвидации пламени потребовалось 16 человек и 5 единиц техники. Пожар локализован был в 2:40. Ликвидировано открытие горения 2:55 и 5:38 ликвидация. Ну, дальше еще есть. Проводились работы по разборке, проливке места пожара и так далее. В результате второго пожара пострадали почти все квартиры. Некоторые повредило пламя, другие оказались жертвой тушения огня. Нижние этажи были по щиколотку в воде. Кровля здания уничтожена полностью. Примечательно, оба возгорания произошли в одной и той же квартире, только в разных местах и в разное время. Случайность это или умышленное преступление сейчас предстоит выяснить следственным органам. А сейчас о том, чем жил регион минувшие 7 дней. Коротко о самых значимых событиях в материале Елены Кермич.
Образовательное новоселье. В селе Судра Мавельского района открылась новая школа на 90 мест. Ее ждали несколько лет. В 2013 году жители села обратились за помощью губернатору Игорю Орлову. И спустя 4 года в новом здании звучат детский смех и школьные звонки. Торжество в честь открытия новой альма-матер отметили всем селом. Благодаря современному оборудованию в школе внедряют новые методы и технологии обучения. Есть идеи создания на базе учреждения инновационного и спортивного центров. В поселке Коноша продолжается возведение жилья по региональной программе расселения аварийного жилфонда. Уже построены 2 трехэтажных многоквартирных дома общей площадью более 2500 квадратных метров. Всего 52 квартиры, в которые уже заезжают новоселы. Удручает то, что территория вокруг новостроек неблагоустроена. Подрядчик пообещал, как только позволит погода, оперативно устранить замечания. В прошлом году в Коношском районе сдали 20 тысяч квадратных метров жилья. В планах властей на этот год построить более 30 тысяч квадратов. На острове Ягры провалился подлет «Человек». Таковой была легенда, по которой прошли учения северодвинских спасателей. Им необходимо было отработать разные методы эвакуации утопающего на берег. Как при помощи спасательной доски, так и без нее. Также сотрудники МЧС отработали навыки по оказанию первой медпомощи пострадавшему. Сейчас в Северодвинске 2 группы спасателей ежедневно патрулируют водные объекты. Одна дежурит в районе острова Ягры, другая объезжает городские окрестности. Везде выход на лед категорически запрещен. На реке существуют большие промоины, лед хрупкий и легко проваливается под весом человека. В поселке Абазерский Плесецкого района филиалу Новодвинского индустриального техникума подарили новый тренажер «Харвестер». Он пополнил технопарк учебного заведения благодаря помощи группы компаний «Титан» и Архангельского ЦБК. Этот образец «Харвестера» уникальный. Его используют как экскаватор и как перегружатель. Теперь ребят можно будет обучать по спецпрограммам и готовить полноценных водителей категории D и E. А это гарантия трудоустройства на крупных производствах. Судебные приставы Котласа провели рейд по квартирам неплательщиков за коммунальные услуги. Сегодня Сальвычегодский участок Северной дирекции по тепловодоснабжению терпит миллионные убытки. Причем не платят как жильцы ветхих деревяшек, так и благоустроенных квартир. Проблема неплатежей стоит остро. Только в поселке Вычегодском около 600 неплательщиков. В производстве судебных приставов дел на сумму более 1,5 миллиона рублей. Уже в третий раз жители Новодвинска приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант». Соревнование на знание русского языка проходило в гимназии города Бумажников. За парты сели 23 ученика. Диктант подготовил современный прозаик Леонид Юзефович. Он написал тексты о Санкт-Петербурге и Неве, городе Пермь и реке Кама. Новодвинцам досталась третья часть диктанта под названием «Улан-Удэ Селинга». Этот вариант участникам показался намного легче, чем диктант прошлого года. Того, кто лучше всех справился с заданием, ждут призы от городского управления образования. В селе Заостровье Приморского района реставрируют один из древнейших храмов области. Сретенская церковь преображается на глазах. На обители появились 8 куполов. Все они изготовлены по старинной технологии. Центральный купол весит около 1,5 тонн. Их покрывают деревянным лемехом, под которым береста. Храм является памятником архитектуры конца 17 века. Закончить внешнюю реставрацию должны к началу лета. Затем возьмутся за внутренние помещения. Соловецкие острова вошли в десятку самых популярных мест для паломнических поездок. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Турстат». Рейтинг возглавили Сергиев Посад и Звенигород. Далее – Нижегородская и Ярославская области. На четвертом месте – Карельский Валаам. Соловки занимают 8-ю строчку в рейтинге. Сегодня началась Светлая Седмица, праздничная неделя после Пасхи. Она имеет ряд дополнительных названий – Славная, Великая, Радостная, Красная, Великоденская, которые уже сами по себе говорят о характере пасхальной недели и ее значении в череде религиозных праздников. Пасха – это величайшее и радостное событие для христиан, и католиков, и православных. Она знаменует собой любовь к жизни, победу над смертью и надежду на вечное существование. Светлая Седмица проходит с ежедневными богослужениями, возложением плащаницы на престоле, колокольным звоном, литургией. Особенно торжественно отмечается вторая половина пасхальной недели. К другим темам. Котлас сегодня стал местом встречи лидеров регионального женского общественного движения. Выездной обучающий семинар шел на двух площадках.
На базе Котласского педколледжа волонтеры и молодежные активисты знакомились с медико-социальными проблемами сохранения репродуктивного здоровья. В реабилитационном центре для детей-инвалидов делегаты делились опытом в части управления общественными организациями. Лариса Иванова подробнее. Межмуниципальные встречи по обмену опытом, семинары и конференции – добрая традиция и одна из эффективных форм работы Совета женщин Архангельской области. В Котласском реабилитационном центре активистки самой крупной в регионе общественной организации учились управленческим секретам, умению работать в команде и взаимодействовать со СМИ. Мы познакомимся с руководителями женского движения в других районах. Кроме того, получим новые знания. Но самое главное, вот нам этот центр тоже был интересен, поскольку в нашем районе из, значит, населения 10% – это инвалиды. Хотелось бы представить свой опыт работы, поделиться им и, так скажем, зарядиться энергией, зарядом общественной деятельности от женщин, которые ведут активный образ жизни и работают на благо нашей области. Женское движение в Архангельской области активно развивается. Представительство регионального совета женщин есть в 23 муниципальных образованиях. Особенно велика роль северянок в развитии территориального общественного самоуправления. Опыт Котласской женской организации и социальной политики муниципального образования в целом еще в 2010 году были признаны инновационными. Котласу есть что показать. Женщины Котласа обязательно в рамках круглого стола поделятся своей работой. Мы очень здорово работаем по проектной деятельности и привносим в наш город очень много позитивных моментов. Наш город благодаря женскому движению становится более красивым, уютным. Это важно. Более 90% женщин, инициаторов, руководителей территориально-общественного самоуправления – это практически члены женского движения Архангельской области. Поэтому этим многое сказано. А по развитию территориально-общественного самоуправления Архангельская область является одной из лидеров вообще на территории Российской Федерации. Неоднократно это признавалось. Перспективные направления в своей работе лидеры территориальных представительств Организации Совета женщин Архангельской области определят в 2018 году на очередном съезде. Там же будет сверстан план работы общественниц на ближайшие 3 года. 10 муниципальных образований Поморья получат из регионального правительства субсидии на реализацию государственной программы «Доступная среда». Это дополнительно 14 миллионов рублей. Например, в 2016 году из консолидированного бюджета на реализацию программы «Доступная среда» было выделено 24,5 миллиона рублей. Работы проводили в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования. В результате 13% образовательных организаций уже переоборудованы под потребности детей-инвалидов, отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. В регионе также развиваются и дистанционные технологии по обучению детей с ограничениями в здоровье. В подобных проектах участвует 66 юных северян. Любовь, мистика и вера. Котласский драматический театр приглашает жителей и гостей города 20 апреля в 18:00 на легендарный спектакль «Мастер и Маргарита». Все подробности по телефонам 2 20 34 2 19 34 8 921 241 64 36. Ждем вас в гостях у театра. Котласский дворец культуры приглашает всех желающих 23 апреля в 15 часов на совместное мероприятие с Котласским детским домом и клубом приемных семей «Добрые сердца». Для тех, кто планирует взять семью ребенка, будет представлена познавательная информация. А в 14 часов в фойе дворца самых маленьких гостей развеселят и угостят сладостями сказочные мультгерои. Будут работать фотозоны и выставка подделок и рисунков ребят из детского дома. Вход свободный. Котласский дворец культуры приглашает 27 апреля в 18:00 на праздничный концерт «Бенефис» заслуженного работника культуры, руководителя академического хора «Верность» Натальи Григорьевой. В концерте также примут участие группа «Коктейль», Светлана Юрикова, коллектив «Ассорти», Алексей Ковков и многие другие. Приходите получить заряд хорошего настроения. Внимание, внимание, внимание! Приглашаем всех детишек от 3 до 12 лет на телеконкурс «Подвигу жить в веках». Он посвящен великому празднику 9 мая. Приходи и записывай у нас песни, танцы и стихи. Лучшие творческие работы получат призы, подробности и запись на съемки по телефонам 3 27 19 или 8 921 245 21 57, а также в группе ВКонтакте «Подвигу жить в веках». Зарядиться энергией моря, укрепить иммунитет, восстановить здоровье, причем без поездок на юг. Теперь это стало возможным благодаря открытию в Котласе соляной пещеры Витарт на Гагарина, 45.
Соляная комната Витарт оборудована по последнему слову техники. Галокамере, имитирующей природную солевую пещеру, поддерживается определенный микроклимат, сродни морскому. Благодаря чему воздух в пещере содержит целый ряд полезных для организма элементов, таких как цинк, селен, йод, магний и марганец. Такой коктейль подавляет способность вредоносных микроорганизмов к размножению, а значит, тормозит активную фазу множества заболеваний. Проведя несколько сеансов в нашей соляной пещере, вы наверняка избавитесь от заболеваний бронхолегочной системы, повысите свой иммунитет, избавитесь от стресса, что немаловажно в наше время. Основная польза галотерапии заключается в очищении органов дыхательной системы. 45-минутное пребывание в галокамере заменяет 3 дня, проведенных на море, и способствует насыщению клеток полезными ионами. Функция легких восстанавливается, а микрофлора дыхательных путей очищается от пыли и вредных бактерий. По типу ингаляций соляная пещера то же самое, только в больших масштабах. Стоит отметить, что в галокамере Витарт используется соль высшего сорта со знаменитого Илецкого месторождения. Сбалансированный состав биологически активных макро- и микроэлементов этой соли признан лучшим в мире. Посещение соляной пещеры благоприятно скажется не только на здоровье детей, но и взрослых. Так что ждем вас на сеансы к нам. Вообще пещера Витарт ориентирована на широкую аудиторию, но основные ее клиенты – это, конечно же, дети. Именно для них в галокамере созданы все условия для приятного времяпровождения. Кроме того, для посетителей оборудована удобная зона для ожидания сеанса, где можно сменить обувь, оставить верхнюю одежду, заказать кислородно-витаминный коктейль. Очень замечательно, что в городе появилась соляная пещера для того, чтобы привести ребенка сюда и ходить с ним, чтобы он не болел. Мы очень часто болеем простудными, как бы сказать, поэтому вот решили походить. В Санкт-Петербурге мы ходили тоже в соляную пещеру, нам понравилось. Помогает от кашля, от бронхита вот ребенку. Записаться на сеансы галотерапии лучше заранее по телефону, номер которого сейчас на экранах. Специалисты Витарта подберут для вас удобное для посещения время, подскажут нужный тариф, составят приемлемый для вас график сеансов. Итак, соляная пещера Витарт на Гагарина 45 работает ежедневно с 10 утра до 8 часов вечера. Продолжит программу новости из рыбного павильона на Невского 14. На прилавках павильона «Рыбный» богатый выбор свежемороженой, копченой и соленой рыбы. Приятно удивят и выгодные цены. Окунь крупный свежемороженый 210 рублей за килограмм. В два раза дешевле сельдь атлантическая. Минтай свежемороженый без головы и того меньше 100 рублей за килограмм. Филе минтая 215 рублей. Приятная цена и на тушку палтуса всего 530 рублей. Почти вдвое меньше цена на головы палтуса. 225 рублей стоит треска свежемороженая. Срезки филе трески 170 рублей. Примерно в такую же цену обойдется килограмм пикши, а крупная северная навага стоит 115 рублей. На этой неделе действует акция «Скумбрия. Крупная свежемороженая» обойдется вам в 130 рублей за килограмм. Помимо рыбы и рыбных продуктов, в павильоне на Невского 14 большой выбор мясной продукции. Набор для шашлыка стоит 125 рублей, а килограмм филе 225 рублей. Куриная голень 136 рублей, а бедро куры еще дешевле. Еще одна приятная новость. Теперь оплатить покупку можно банковской картой. Рыбный павильон на Невского 14. Всегда свежая и качественная продукция. И последнее. Завтра Каташан вновь ожидает отключения воды. На этот раз горводоканал перекроет ее подачу не в дневные часы, а с 9 вечера 18 апреля до 8 утра 19. Главное, чтобы ремонтники уложились в указанные сроки. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Эфир продолжит новости от муниципальной информкомпании, очередной выпуск телепроекта «Ваше здоровье», реклама и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. До встречи на нашем канале. 15 апреля после продолжительной болезни на 77-м году ушел из жизни Воронин Александр Павлович. Прощание состоится в ритуальном зале городской больницы 18 апреля с 13:30 до 14. На 86-м году ушел из жизни любимый муж, отец, дедушка Вахрушев Валерий Николаевич. Прощание с Валерием Николаевичем состоится 19 апреля с 11:30 до 12 в ритуальном зале на Невского 33.
Выражаем сердечную благодарность сотрудникам и ветеранам МВД России Котласский за помощь и поддержку в организации проведения похорон нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки Паутова Александра Николаевича. Благодарим за чуткость, понимание и непосредственное участие всех родных, близких, друзей, соседей, знакомых, разделивших горечь нашей утраты. В эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем. Спасибо всем, кто пришел проводить Александра Николаевича в последний путь. От всего сердца низкий вам поклон. Жена и сын.